Салют, ханты! Добро пожаловать на новое видео. И сегодня я вам представляю арбалет на взрывном снаряде. Что вас ожидает? Три катки, каждая из них по-своему веселая. Заранее сразу извиняюсь, какие-то катки взяты со стрима, именно запись сама. Почему? Просто потому, что я не успел вовремя их сохранить, и целостность потеряна. Поэтому лучше так, лучше чуть-чуть пожертвовать качеством в пользу интересной общей истории. Заранее попрошу тебя написать комментарий, поставить лайк, подписаться на канал и приятного просмотра. И первая катка начинается с того, что мы заспаунились на ранчо, быстренько собрали подсказки, и путь наш был к церкви, где уже какого-то черта оказался весь сервер. Естественно, нам пришлось отбиваться, и вот как это было. Никого, да, не видно, не слышно у тебя? Да, никого. Ага. Ёб твою мать, я умираю. Беги. Ебало. Поднимай, Никита. Да, но меня с другой стороны стреляли. Прыгаю. Дал. У тебя бочка под ногами. Я понимаю. Ты иди нахрен. У меня здесь патрончики, подруга. Патрончики. У нас тут много их. Их там трое. Да ладно, все-таки. Винчик перелом на скоростных. Минус. Угу. Тебе выходит. Это она. Вот она, вот тут сидит. Погоди. Отходи, Некит. Некит, беги. Кидайте. Бля, хуёво накинул. А почему не выстрелила-то? Я ещё зарю. Ещё есть кто на тебе? Ну это она меня убила. Никит, уходи. Закрывай дверь. Не могу, внутрь Тёма. Бабах. Откуда, блядь? Еще минус один, но я не крой пытался поднять. Поднял, нет? У меня еще пришли. Погоди. Как тебе коробку поставил? Откуда еще пришли? С нашей стороны. Офицерка на кровотеке. Уходи, Некит, живи. Главное, не умирай пока. Где они именно? Внутри, снаружи? Вон туда прошли. В спине, блядь! Один на мне. А, это... Та самая. Баба. Да сука, проститутка. Охотница. За забором еще. Ай, фак. Наган, офицерка, карабин. Не дотянешься. Я и понимаю. На нас сидит, тип. С офицеркой. Угу. Поджог обоих. Ну, вчера сидит, у него третий тир. Ну что, никры, блядь, нету? Нету. Из всего перечня навыков пизда. У тебя нету никры. И тушилки нету. Внутри. Да, он бабу поднимает свою. Вот у него офицер. Промазал.
Убили. Еще, да, еще кто? Охотницу чекаю. Это лежит здесь. Дал охотнице. Где она? За забором. А! Хорош, блять. И на этом было все. Как выяснилось, в дальнейшем последние чуваки, вы видите, да, вот меточку, которую они взяли, они уже успели выйти, у меня просто игра забагала. Так или иначе, это оказался не сольник. Это была полноценная тройка, которая вцепила метки, одну метку, и убежали. А самое смешное, что босс был возле крокодила все это время. И это было отнюдь не здесь. Босс был на скотном. Поэтому мы, собственно, спокойно залутали типов, сожгли, чтобы никто точно не поднялся, и пошли, соответственно, забирать босса, чтобы в дальнейшем поднять Тему и выйти. А мы переходим ко второй катке. Второй трай нас встречает следующий. Мы спавнимся на локации, идем за первой меткой, и, как выясняется, мы здесь не одни. Но в дальнейшем, я думаю, вы еще успеете удивиться, насколько мы были не одни. Моему заряженному ханту это 100% надо. Че, выбить красный навык? Выбей, нет. Делайте ставки. Нет. Выбил белый. Тихоня, охуенно. Даже трогать не буду. Не знаешь, как потратить арбалет. Ага! А в спине у меня. Кстати, на кровотеках. По мне кажется, вот отсюда. Да. Там двое точно. Я слышал, еще один выстрел был не со столетия. Не знаешь чего. Ты мотаешь, что ли, сидишь? Ну, мне дали месячную. Я обхожу их. На меня идет еще один. Здесь. А нас еще оттуда идут. Отошел. На горе, скорее всего, будет сейчас ебалом торчать. Он и сидит на горе. Там. Я не взял. Там опять некру. Не вижу его вообще. Да и тогда я пошел Тему поднимать. У нас еще в спине люди. И нам куда-нибудь сместиться бы. Я тут плюс-минус сижу аккуратненько. Я вот нихуя здесь не... А, вижу, там лучший угольщик. Прикинь? А как он? А, ну он меня услышал, как я тут топаю, блядь, как проститутка. Блядь, у нас уже в спине. Ёбаные волки! Широкой над широкой! На водите сидят. Да ёбаный! Убил. Заебал! Что тут спаси? Тут вид там какой-то, блядь. Что происходит, блядь? Это ведь первая катка. Так не должно быть. Первая катка всегда так происходит. Они между собой на моем трупе. У него апперкот на ножке, на оптике. Минус угольщик. Кому-то дал? Не понял кому. Они между собой на моем трупе. Вот здесь вот тихо, женщина тихо. Темная. Не попал. Я с кем-то разменялся. У меня выбора не было, он нахуй прям на мне был. Я одного убил и второго на себе захуярил. Что-то хуйня какая-то происходит. Здесь что, все тимы? Он сейчас с угольщиком поднимет. Это две тимы. Если меня поднял, все нормально. Погоди. Этого... А где этот? Стой. А это он? Вот здесь один. На мне. Минус один. Минус. Там еще один. У него флешеты. Еще минус один. Под топорник. Да погодите. Горит. Ты умер. Живи. Где он? Вот где здесь он? Вот.
свою поднял, скорее всего. Хорош. Сейчас умру. Я умру. Еще одного убил. Фэтч, я не знаю, кто еще есть. Вон там вот угольщик и темная женщина второго либо третьего тира. Что здесь нахуй происходит? Кто этот Вьетнам придумал? Попробуй Тему из здания, не кроется пануть. Я выебываюсь, бегаю. Не-не-не, кто-то еще умер. Его убили. Поднимай Тему. Я не знаю, кто его убил. Я не знаю, и выстрел был далеко. Я в ахуе. Мое предложение — сжечь все трупы, что мы видим. А, я могу залутать и восстановлю полоску себе. Ёб твою мать, что сделал-то? Ой, всем салют, чуваки. Вы живы? Уже, да. Вас ебут? Там шьют. Нет, между собой. Между собой? Минус кто-то. Пойдем, дожимаем. Это здесь. А, стой, на Мазеса еще кто-то есть? У меня. Где именно? Вот здесь вот. Вот он, угольщик встал. Иду. Я, она течет. Убил. Еще один, да, живой? Да прям на мне слух. Угольщик. Он уже валялся. Хорош. Сосать лежать, да? Так бы Дима сказал. Вот она и катка еще одна под видосик. Ой, блядь, ну за такой ютубунти, ну лайк надо поставить 100%. Я прям уверую. Большой и толстый. Ну и, естественно, на боссе оставался сольник, который забрал свою награду и свалил. Мы пошли, забрали вторую. И так и, собственно, вышли. Типа мы не успели догнать. Но, тем не менее, пофайтили знатно, а мы переходим к третьей и заключительной катке. Вся эта катка — это запись видео с Твича, соответственно. Почему так? Просто потому, что, как я сказал ранее, не успел полностью сохранить ее. Поэтому решил поставить ее на последний момент, что так как качество чуть-чуть будет похуже, ну, чтобы, соответственно, немножко глаза вам не мозолить. Окей, мы заспавнились, собрали первые метки и выдвинулись к боссу. Он оказался на локации Форд. Это, к слову, одна из моих любимых локаций, так как она многоуровневая, и подраться там можно знатно. И в этот раз, естественно, все пошло по нашему плану. Угу. Да, босс красный. Но он в дальнем или в ближнем? Нет, в ближнем. В ближнем. Там нитрат, что ли, блядь? Некий, врывайтесь сверху. Сверху. Райн. Убил. Босса я изгнал. Меня тоже убили. У тебя сверху Райн с лебелем. Я под него этот скинул. Он не спрыгнет сюда. Ага, или тебя убью. Святыч меня не крой поднимает. В соседнем доме. Да. Бросает тебя. Я понимаю. Сука, ёбаный моб, блядь. Тихо, живите, главное. Первый этаж закрыт. Сижу, отдыхаю. Фэт, прикрой меня там сверху, блядь, этот мудак не дает мне поднять лифт. Он нормально, он отвлекся чуть-чуть. Блядь, я упал нахуй. Вы его убили? Да. В соседнем доме. А, показалось. Вот тут точно гуляет, тут трапа. Откуда? 28 метров, блядь. Не знаю откуда, не понял. Они, скорее всего, сейчас наверх пройдут ко мне. Они уже наверху. Блядь, и здесь хуй поднимешься. Не надо подниматься, не надо. Не надо, да.
Ты снял? Ловушку сняли. Кто трапы снял? Наверху нет, сняли? Нет, не я. По-моему, а там где трапы? У нас здесь нет. У нас там... Блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, блан. Я думал, она взорвалась. Извиняюсь, быканул. У нас тут концертина. А там просто закрытая дверь стоит. Блядь, не пугай меня так. Погоди. Этот выгорел уже, да, полностью? Тихо, над нами. Нам бросают сюда. Да похуй, пусть бросают. Кто-то забирает? Забери метку. Метку забери. Бегу, бегу, бегу. У него нитра. Надо тебе нитра, нет? Сюда пробросили. Да похуй, похуй. Пусть. Он-то горит. У нас, по-моему, по балкончику на первом идут, нет? Монашка и вот этот тип, они в пати, короче. Здесь ловушка. У нас один вот здесь, на балкончике. Там ловушка. Хорош. Умер. Это Кайм? Нет. Тигр. Сука. Тигр. Как считаешь, стоит ли добивать незаметными скинами заметные детали? Вам где-то колючки взорвали. У всех были моменты слива из палачей. Да, я... Не, я понимаю, я согласен полностью, что темным скинам надо какие-то белые детали. Как вот, например, у нового DLC, у него грудак очень светлый. По левой стороне по мостику, скорее всего, колючки снесли. Скорее всего, да. Убил. Хорош. Дым наконец-то рассосался. Там типы разрезываются внизу, пиздец. А это снизу у него так тень вверх поднялась, вау. Пушка там. Размен. Сука, ты чё гонишь? Я не ставил. Не, это я въебался. Прям на тебя. Это Кайн. У Кайна чё? У Кайна лезет. Блять. Блять, ты еще упал. Фэтыч, лифт спускай, нет? Лифт спускай мне. Подними. Еду. Успел. Тупо, но успел. А на некете кто-нибудь есть? Может его поднять успеем? И у меня секунд на нету. Меня, на меня Кайн пролетел. А вы не сможете, я выгорел в ноль. У нас метки. Залезать придется. Спине некий, тот, откуда мы любим стрелять, там нормально. Кровотеки. Да. Там первый тир, как у меня охотник. На нас умер Кайн. Угу. Фэтыч, взорви нахуй колючки, пожалуйста, которые есть на подъеме к некиту. Там опять типы. Сверху? Да, они поднимают Кайна.
Тебя подожгли, что ли? Нет. Лезь, не лезь. Погоди. Здесь надо я коробку поставлю. А он сидит слева. Я понял. А, китаянка спринтил. Погоди. На кровотеках. Станешь? Да. Уходи. Дал кому-то? Да, вот здесь вот. Угу. Блин, промазал. А ты думаешь, что так надо сделать? Нет. Аля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, ждем, сидим пока. В дырочку, в дырочку. А я остановился, я почему-то решил, что я между окнами, понимаешь? Я, бля, буду уверен, был в этом. Только по стриму понимаю, какое сегодня число. Ай, ютубуньте, ну лайк, 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 подстримчик, пожалуйста, сладкие, хорошие, красивые. Нет? Ебало. Хорош. Наконец-то, сука. Вот здесь он умер, блядь. Я не играл, его поднимают. И то он меня бесил, блядь. Сейчас он встанет. Я ему помог. Братан, у тебя как с патронами? У меня коробка еще есть. Окей. Здесь вот она. Да-да-да-да, я понял. Ты поставил, да, коробку? У него что-то тоже взрывное. Нет, еще не ставил. Блять, я ставлю коробку. А, попру. Они снеги-то арбалет, походу, забрали. Возможно, кстати. Переброс. Сейчас у меня еще две попытки. Я не знаю, как с того хуйни пострелять, но теперь я его не вижу, правда. А, он загорелся? Сразу прикрыли просто. Жду апперкотом его, пусть поднимают. Но звука пока нету. Вот здесь вот один. Где? А, да пусть гуляют, пусть гуляют. Не, он здесь ловушку разбил. Да, пусть хоть ебальник себе разобьет. Нам, это последние типы, мы, я думаю, просто дождемся. Поднимают. Чего, блядь? А почему ему в ногу не попал? Тварь. Дым ебучий. Я, видимо, в галюнчик посмотрел. Там некуда накинуть болт? Блядь, да я в нас попаду. Сука, козел, блядь. Это они поехали? Да. А они ему типа лифт спускают? Ты видишь лифт, да? Да. Я лифта не вижу, очень хуёво на самом деле. Видишь, лифт сразу, да, ему ебало. Хорош. Я не знаю, где. Сверху. На меня идут. Он, по-моему, здесь. Не у нас, нет? Нет, вот здесь вот где-то.
Угу. Ай-яй-яй. Дал еще один шот. Вижу. О, мне дали кэша. С всемирным днем шаурмы. Ай, спасибо большое за 200. Спасибо большое. Я дал ей, но не убил. Там треха на кровотеках. 123 я ей дал. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Скорее всего, хилится. Ты прям перед дыркой. Хорош. На ютубе лайк, подписка и плюс 2 см подписка. Ну а если фоллоу твич, то иммунитет на твич. Нормально. Давай, 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 давай. Погоди. Пусть встает. Фу. О, нет, Димасик, здорово. Здорово, Нилыч. Ну ничего, живем. Потихоньку в ахуе. У костра вот сидят. Классно, греются. Можно было ее залутать нахуй. Если встанет, вдвоем накинем говна. Бля, хорошо, что а у тебя этот конверсия ебаная. Был бы апперкот, хуй бы ты сейчас ее умотал. Да, худшее приобретение это. Она наверху. Не-не-не, внизу, вот здесь. Ждешь? Ай-яй! О, добил? Убил! Хорош, чекаю, погоди. Секунду забираю. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось видео. Если так, обязательно подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, что очень важно. И также приходи на стримы, они почти каждый день на Твиче и на Ютубе. Поэтому, ну, собственно, welcome. И до скорого. Пока-пока.